Я буду кайфовать дальше и проигрывать свою жизнь в никуда, вести тебе по поводу. Я включился в работу, от души я вернулся. Блудный сын хардкора возвращается. Полюбившийся многим зрителям кулачных боев Артур Кулинский, более известный как Акап, вышел на связь с известием о возвращении к привычному ремеслу. На этот шаг его мотивировал небезызвестный блогер Никита Ворожбитов. Многие задавались вопросом, куда же все-таки пропал Кулинский, и ваш покорный слуга не исключение. Выяснить это взялся как раз таки Ворожбитов. В видео на ютубе он выразил обеспокоенность, узнав, что боец снова стал увлекаться вредными веществами. Видимо, Никита все-таки смог достучаться до здравого рассудка Артура. И тот вышел на связь, записав следующее обращение. Никитос, дорогой, приветствую тебя. Видел твое видео в интернете. Ты ранил мое сердце своими переживаниями. Ты вкинул в мое сердце частичку мотивации, которая начала разжигать меня. Сейчас, благодаря теплым людям, я включился в работу. Вот смотри, видишь башню, да? Ты и я будем выше. Так что газуем. Привет тебе огромный, жму тебе руку от души, я вернулся. АК более чем убедителен в своих словах, потому что далее последовало создание аккаунта в Инстаграме и несколько сториз. Недолго думая, Кулинский направился в офис хардкора для встречи с Ульяновым. Ну что, начинаем свой день. Дел сегодня много. День, конечно, начинается у меня не утром, а в обед. Но ничего страшного, надо сегодня съездить в офис на хардкор, переговорить с моим любимым Анатолием Юрьевичем. Съездить в зал легенду. Посмотрим по ситуации. Я не сомневаюсь, что лысый папик какой-нибудь да подберет предложение для одного из своих любимчиков. Так что подытожу, Акап вернулся и готов снова будоражить поп ММА, внося новые инфоповоды и скандалы одним только своим появлением. Очень надеюсь на то, что Кулинский возьмется за голову и перестанет играть в свои игры, ведь для той же лиги хардкор он действительно знаковая и заметная фигура. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете о возвращении Артура Акаба. Не скупитесь на лайки за труды и обязательно подпишитесь на канал, чтобы всегда держать руку на пульсе самых горячих событий в нише ММА.